Ну что, погода не очень, но вроде бы дождь не льет, поэтому нужно выйти. Задача у меня какая? Пойти в магазин, купить курицу и сварить куриный бульон, чтобы быстрее выздороветь. Закрываю дверь. Ветер. Ну, солнечно. Какой тут у нас папоротник зеленый. Солнышко вышло, люди стирают, вывешивают белье, чтобы в доме отопления нет, ничего не высыхает. Был бы такой мопед, можно было быстрее добраться до магазина. Ходить надо, полезно. Рассасываю доктора Тайсона леденец от кашля. Нравится ли мне в Хорватии? Знаете, хорошо там, где тебя ждут. То есть я приехала сюда к сыну. Он здесь работает. Учился и работает. Надо мне спуститься. Белье сушат дома, здесь все на улице висит. Блин, а здесь нет прохода. Ну что, придется мне возвращаться. Чего-то я думала, что здесь есть проход, а его здесь нет. И шапку надо одеть, прям продувает. Просто видела лестницу вон там. Я что-то думала, что здесь проходящая улица. Смотрите, какое сегодня небо. Только картины писать. Иду и тут упираюсь. Такой роскошный розмарин. Ой, как он разросся. Топят дом на дровах. Там явно тепло. Автобус. Автобуса люди поднимаются пешочком домой. Очень тяжко. Горка такая крутая. Тяжело, если еще с сумками или пожилые люди, то очень тяжело. Жилой массив. Хорватские дома. И вот море Адриатическое. У кого-то вид на море открывается. Сегодня тема неба. Посмотрите, какое небо красивое. Красота. Красиво. Ну, а мы идем вниз. Наступает самый холодный месяц. В году это март. Говорят, начинается настоящая зима. У меня сегодня получилась тема неба и как хорваты сушат белье на улице. Как только погода налаживается, сразу делают постирушку. Ага, перехожу. Мне, смотрите, красота. Одела шапку. Ну что?
Завтра уже 1 марта, начинается весна. Весна 2023 года. Мой любимый райончик. Ты похолодала. Хорваты достают свои шубки. Много девушек в искусственных шубках. Тоже цветущее дерево радует глаз. Мой любимый микрорайон. Небо. Со вчерашнего дня. Видите, местная форель и местная рыбка Амур. И сразу можно купить вино. Хорошее вино Бабич. Производство только в Шибенике. Вот пробовала вино Лагуна. Тоже очень вкусное. Здесь есть такой стенд. Совершенно бесплатно. То есть можно написать там куплю и продам. Да? То есть тут оставляю такую информацию, контактные телефоны, очень удобно. То есть те, кто посещает Kaufland, могут пользоваться такой услугой. Вот эти. Нужно, да? Очень удобно. Две кассы работают. Здесь есть лотерейка и продают мед. Спасибо, Kaufland. А как я себя сегодня решила порадовать? Я купила себе круассанчик с шоколадом. Так что иду пить кофеек. Ну, а здесь вам покажу уже, какой ветер меня обдувает. Дорога на гору. К сожалению, они продумали хорваты. На горе супермаркета нет. Там 4 улицы, энное количество домов, а супермаркет не открыли. Крутой подъем. Это уже второй подъем. Красиво. Солнышко светит, посмотрите, как ярко. Сегодня тоже вам солнышко дает много. Что-то мне захотелось на солнышке постоять. Дерево. Ну что, привет, весна. Солнце. Посмотрите эти шишки. Как их много. Красиво. Смотрим на небо. Любуемся небом. Продувает ветер холодный.
все из камня натурального. Иконы, заборы, перила. Тут сейчас садятся заборы. Фундамент кто-то заложил и приостановил стройку. Место шикарное. Кому-то очень повезло. Вот отличный домик, в отличном месте. Все, ну посмотрите на эти лимончики. Нарциски. Вот здесь гриль. Красиво все цветет уже. И такие замечательные лимончики. Цветет. А я уже пришла. И вот такое небо с моей точки открывается. Ну что, сегодня я купила, хотела купить курицу целую, но не было ножки. Творог, горошек к курочке, творог и круассаны. Вот, собственно говоря, мой закуп. Так, варим горошек. У меня осталось еще полпакета лакарда. Вот она у меня разморозилась. Вот смотрите, то, о чем я говорила. Видите, рыбка улыбается. Это обваляла рыбку в муке. Все, отправляй в духовочку.